очередное видео на моем канале. Сегодня обзор вот такой коробочки под названием Foresto. Вернее, это фирма-производитель ошейников. Не для людей, конечно, а для собак, как вы видите изображение. Есть они двух типов. До 8 килограмм собака и после 8. У меня собака довольно крупная уже, хоть ему и 2,5 года, поэтому после 8 килограмм. Я уже однажды этим пользовался ошейником. Стоит он, правда, недешево, больше 40 евро, но хватает на 8 месяцев и бережет собаку от клещей, от блох, от разных ползучих гадов и каких-то, блин, клопов. Реально помогает, потому что я замучился выдергивать клещей у своей собаки. Собака у меня охотничья, ползает везде, по траве, по лесу, бежит и пылесосит землю, ищет запахи. Соответственно, потом на следующий день я нахожу, обычно это на голове у него, клещи, потому что собака любит воду, купаться из воды просто не вытащить. Ну, а клещ в воде, он, ему дышать же нужно, блин. Вот, и они ползут на более сухое место, на голову. Иногда, правда, на теле тоже нахожу. Итак, посмотрим это дело подробнее. Итак, начнем распаковывать. Тут у нас изолента находится на краю. Сейчас мы поденем коготками, которых нету. Ладно, поможет ножик. Так, упаковка готова. Открываем коробочку. Тут у нас инструкция. На чем же именно, на каких языках, ну, как всегда, непонятно на чем. Фирма Bauer выпустила. Так, 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 сейчас мы посмотрим, может, есть русский, тогда я вам что-нибудь прочитаю. Так, так, так. А вот и нету. Не повезло. Ладно, объясню на пальцах. Вот он, ошейник в такой упаковочке еще. Открываем упаковочку. Достаем ошейник. Скручен колечком. Разматываем его. Технологические крепления у него. Итак, на нем специальное покрытие. Вы можете одеть, в принципе, на своего питомца, на эту волосатую морду, ошейник. Вот. Вот так. Одеваете. Затягивайте на шее, но если, соответственно, не сильно, там, чтобы 2 пальца проходило свободно, ошейник будет ерзать по шерсти вашего питомца, и покрытие будет переноситься на кожу. Вот это химическое соединение, которое впитывается в кожу, ну, как бы в корни волос, держится довольно долго и будет отгонять клещей, блох, комаров, разных кровопийцев. Желательно ошейник снимать перед водными процедурами. То есть у меня собака очень любит воду. То есть когда мы идем на речку,
Я это дело буду снимать. И потом, когда шерсть немножко подсохнет, он у меня бегает, и буквально там час какой, все, глядишь, он уже сухой. То есть, когда собака бегает и движется, у нее температура тела довольно высокая, ну и тем более на ветру шерсть разбивается и сохнет. И тогда одеваем опять ошейник назад. То есть, вы одели ошейник на свою собаку, там по размеру шеи, вот этот кончик можно отрезать. Сейчас я продемонстрирую, как это дело выглядит на моей собаке. Вот она, моя волосатая морда, прячется, на которую будем одевать ошейник. Туман, иди сюда. Волосатая морда под названием Туман. Туман. Куда пошел? Туман, иди сюда. Ко мне. Иди ко мне. Вот. Да, морда волосатая, небритая. Да, 2,5 года этому Туману. Но дичи уже принес нормально. Любит, конечно, побаловаться. Утку приносит на берег. И все, дальше ему уже неинтересно. Хозяин забирает. Типа, бывает берег обрывистый. Блин, не спускайся за этой уткой, блин. Ничего не помогает. Не хочет, блин, неинтересно. Вытащил на берег, все, дальше неинтересно ему. Да, вот что-нибудь в воде увидит, все. Брык в воду, блин, и все, и потащил веточку. Сейчас у него забава вообще плавать в воде и пузыри глотать, как аллигатор. Хлоп, пастью. Из воды вообще не вытащить. Часами может брязгаться. Так что вот будем одевать ему вот такое ошейник. Да, сейчас мы распакуем коробочку и натянем на тебя ошейник. И потом клещей не будет у тебя, да. Вот можешь понюхать эту коробочку. Да, да, да. Да, вот, да, вот она тут, да, 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 морда волосатая. Да, если кому интересно, порода называется вахтельхунд. Я как бы нахожусь в Прибалтике, и эти породы у нас не распространены. В основном, блин, какие-то, блин, домашние крысы, которых на ручках носят дамы, фифы, блин, футенуты, блин. Мы же мужики в таком же духе, блин. То есть нормальных, серьезных, блин, пород, в принципе, и нету. С трудом увидел объявление в рекламе, блин. И все, сразу звоню, даже не глядя, говорю, блин, приезжаю, покупаю, приезжаю. И вот один вот такой вот коричневый с белым, с серым. И, ну, самец. И 4 самки. Сучки, вернее. Коричневого цвета. Ну, само собой, конечно, самца я все время хотел. Тем более такая красота. Итак, начнем. Так, волосатая морда. Сейчас будем одевать на тебя ошейник. Сейчас я это дело. Блин. Ё-моё. Заклинило слегка. Да, да, сейчас мы оденем на тебя ошейник. Так, главное не защемить волосы, а то придется стричь. У нее тут второй ошейник, правда, с цепью. Ну вот, как бы я затянул. Тут не только два пальца, тут пролезает, в принципе, вся ладонь. Можно еще затянуть. И вот, в принципе, вот этот кончик можно отрезать. Он не нужен. Туман, иди сюда поближе. О, и у нас клещ уже ползет. Сейчас я вам покажу. Вот он. Вот у нас скотинка. Энцефалитный или нет, трудно сказать. Это нужно вести. Я, конечно, никуда его не повезу. Я его сейчас ботинком и прихлопну. Все. Гада нету. Да, Туман?
Теперь у тебя этих гадов не будет. У тебя будет крутой ошейник. В общем, рекомендую. Фирма Foresta от Bauer, довольно известная немецкая, будет помогать вашему питомцу избавляться от кровопийцев. Потому что собаки, как и люди, тоже болеют. Да, 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 мой хороший, да. Да, да, да. Да, да. Да, скотинка, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Играться хочешь, да? Сейчас мы пойдем гулять. Да, да. Да, морда волосатая. Да, купаться пойдем, да. Купаться пойдем, да. Итак, господа. Вот так мы посмотрели, как выглядит ошейник. Рекомендую к покупке. В предыдущем видео, в принципе, можете посмотреть, как вытаскивать клещей из своих питомцев. С помощью небольшого устройства кредитной карты, банковской кредитной карты, на которой есть деньги. Смотрите мое предыдущее видео, ну а потом, соответственно, купите ошейник, оденете на своего питомца, и вы забудете о кровопийцах, и вашему питомцу будет легче. Всем пока, до встречи в новых видео.